Добрый день, меня зовут Андрей. Я хочу рассказать о том, как я в апреле 2021 года обратился в юридическую группу «Дело Время». Обратился с такой проблемой. У меня было несколько кредитов оформленных. Поначалу я нормально их оплачивал. Но произошли некоторые финансовые трудности, и мне стало проблематично выплачивать данные кредиты. Начал пробовать рефинансирование, брать кредитки, чтобы закрывать, но это не помогало нисколько. Как топтался на одном месте, так и проблемы не мог данное решить. Начал искать другой способ и обратился в юридическую группу «Дело Время». Пришел на первую консультацию, кстати, данная консультация идет бесплатно. Уже на консультации я увидел, что сотрудники данной группы к каждому клиенту относятся индивидуально, стараются найти индивидуальный подход, разобраться в твоей ситуации и максимально помочь. Ознакомился с отзывами, с сайтом данной компании и решил в апреле заключить договор. И по истечении 6 месяцев, как в компании «Дело Время» и обещали, все долги были списаны. Процедура проходит довольно просто. После заключения договора тебе дают документы для сбора. За недельку-две их собираешь, все юридические действия выполняются сотрудниками группы. Если возникают какие-то проблемы, всегда можно позвонить по телефону, проконсультироваться. Поэтому мне очень понравилось с данной группой работать, в том, что тебе всегда помогут, подскажут. Долг у меня составлял на тот момент 800 тысяч рублей. Вот. Но если с учетом процентов, то гораздо больше вышло бы, если бы я оплачивал так. В итоге вся сумма была списана, как и обещалось. Вот. И теперь я никому ничего не должен и могу спокойно начинать, так сказать, жизнь с чистого листа. Вот. И если кто-то находится в такой же ситуации, то я бы, конечно, рекомендовал обратиться в данную группу. Юридическая группа «Дело Время» работает давно. Очень много положительных отзывов, успешных дел. Вот. И находится она не только в городе Каменске-Уральском, в котором я обращался, но и в других городах России. Также они могут и удаленно, допустим, помочь с решением ваших проблем путем банкротства. Вот, очень бы рекомендовал, конечно, эту группу. У кого-то возникли такие проблемы, то, конечно, рекомендую не затягивать. Никого не надо бояться. Очень много мифов ходит о том, что это не очень хорошо. Но по факту никаких особо серьезных ограничений, ничего такого нету. Вот. И вы потом сможете спокойно продолжать свою жизнь, никому ничего не должны, и как-то косо там на вас никто смотреть не будет. Вот. И, конечно, так, конечно, бы советовал не затягивать, потому что самостоятельно довольно трудно бывает это решить. А здесь я в течение за полгода спокойно избавился от всех долгов. Огромное спасибо сотрудникам данной группы за то, что я теперь могу, так сказать, вздохнуть полной грудью и забыть о том, как это тяжело выплачивать постоянно долги из последних сил. Что очень рекомендую данную компанию.